Он происходит в Сенгоку. Постоянно бывают гражданские войны, точность деталей критична для шоу. Мы учились передвижению самураев. У нас был лагерь изучения навыков перед съемками. Специалисты по фехтованию, стрельбе из лука, верховой езде помогали нам. Я спросил, воевали ли женщины реально? Да, воевали. Обучались и самураи женского класса. У женщин всегда были сомкнутые колени, даже в бою. Нагината использовали женщины для большего охвата. Самураи обычно выбривали брюшины, иначе было жарко. Каждый день, каждый кадр. Проверка — это правильный японский путь. Каждое движение деликатно. Малейшие изменения имеют значение.